Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев, и это новости обновления, глобального обновления в космических инженерах автоматы. Краткое содержание, новые блоки к базовой игре, контроллер событий, наступление и оборона ИИ, базовый ИИ и рекодер, полет ИИ. Изменение качества жизни, улучшение боя и пользовательского интерфейса. Новый премиум контент, Emotion Controller, сидельные кокпиты, декоративные знаки, стены и многое другое. Автомат – машина, которая выполняет функцию в соответствии с заранее определенным набором закодированных инструкций, особенно способная к ряду запрограммированных ответов на различные обстоятельства. Так, ну читать мне, конечно, немножко теперь сложновато, дорогие друзья, но ничего, стиснули наши пасхальные яички в кулачки и поехали. Здравствуйте, инженеры! Это обновление не только изменит автоматизацию, но и послужит основой для дальнейшего изучения концепции NPC. Автоматизация еще никогда не была такой простой. Сложные механизированные системы теперь легче реализовывать с помощью нового контроллера событий. Воздушные шлюзы, стыковочные зажимы, погрузочные площадки и механизмы управления теперь проще, чем когда-либо. Контроллер событий не только предоставляет новую функциональность, но и предоставляет эту функциональность в простом, в использовании и понятном блоке. Эти новые блоки, эти мощные новые механики создадут новые инженерные возможности и послужат основой для будущих обновлений и улучшений существующего контента ПВЕ. Свежо питание оселится с трудом. От управления полетов до боевых маневров серия блоков АИ представляет совершенно новый способ автоматизации каждого аспекта вашего опыта космических инженеров. Такси с космической станции на поверхность планеты, дрон Гвардион для патрулирования периметра, пока вас нет. Возможно, вы хотели бы, чтобы помощник сопровождал вас во время добычи полезных ископаемых или работы брал на себя функцию сундука. Все это и многое другое легко сделать. Ну, мне такое сделал мой один из подписчиков скриптом года 4 назад. Так что прям вовремя они успели сделать ИИ. Исследуйте будущее полное автоматизированных и анимированных союзников и врагов. Для этого крупного обновления мы предоставили вам инструменты, необходимые для определения новой эры в автоматизации. Эти новые блоки расширяют ваши творческие возможности, как никогда раньше. Мы не можем дождаться, когда мастерская оживет новыми творениями. 3000 онлайнов пиковое воскресенье. Ожило. Бесплатный контент. Блоки ИИ. Блоки ИИ дают вам творческие инструменты, чтобы полностью изменить то, что такое сетка, и настроить собственное автоматизированное создание. Эти инструменты могут расширить ваши творческие возможности, как никогда раньше. Блок ИИ были добавлены в базовую игру и позволяют легко создавать действительно автономных дронов. Это только начало, поскольку мы продолжаем наше исследование автономности. 13-й год подряд. АИ Flight Move. Один блок, сетка большая и маленькая, предназначен для управления полетом как в космосе, так и в атмосфере. Блок полет обеспечивает сложное поведение в полете, а также подробный контроль над тем, как ваша сетка будет двигаться как в пространстве, так и в атмосфере. АИ Basic Task. Один блок, сетка большая и маленькая. Расширенная версия блока дистанционного управления, обеспечивающая сложные функции, такие как следование за игроком, перемещение в пункт назначения дом и, конечно же, автопилот, а также сходные и исходные базовые варианты поведения. АИ рекодер. Один блок, сетка большая и маленькая. Точный регистратор траектории полета. Рекодер может не только регистрировать и отслеживать выбранные путевые точки, но также может записывать и воспроизводить панель действий быстрого доступа, которые срабатывают на путевых точках. ИИ оборонительный боевой. Позволяет легко автоматизировать сложное оборонительное поведение, например, когда и как бежать из боя, а также в какие места отступать. Кроме того, защитный ИИ может определить, какое оружие использовать в ответном огне и как идентифицировать возможную угрозу. АИ Offensive. Бой.
Наступательный блок – это высокоуровневый блок ИИ, способен выполнять чрезвычайно сложные задачи, включая идентификацию цели, определение приоритета цели и выполнение сложных шаблонов атаки. Каждый блок имеет размер 1 на 1 на 1 с вариантами сетки Large и Small. Игроки могут создавать более одного блока каждого типа на сетке, чтобы создавать чрезвычайно сложные и детализированные дроны и их поведение. В каждой типе одновременно может быть активен только один блок. Контроллер событий. Вы просили, мы доставили. Мы давно хотели заняться концепцией отслеживания изменения состояния одного блока и выполнения действий на основе этого изменения, которую часто запрашивают в множестве различных воображаемых форм. Мы очень, начальника, гордимся тем, что реализовали эту концепцию, в том, что мы считаем всеобъемлющим, но все же простым в освоении контроллером событий. Контроллер событий может отслеживать различные состояния блоков и запускать действия панели инструментов изменения этих значений. Это можно использовать в сочетании с другими блоками автоматизации для создания логических систем в сетях. Контроллер событий – мощное дополнение к существующим механическим блокам Space Engineer. Концепция действия реакции может показаться простой на первый взгляд, но в сочетании с существующими решениями она может упростить сложное или добавить столь необходимую функциональность к упрощенному дизайну. Уиллис Дуктс. 8 блоков L-образная сетка. Каналы технического обслуживания к аналы. Технического обслуживания достаточно велики, чтобы инженер мог пролезать через них. Это вентиляционная решетка в полблока высотой. Конвейерная крышка, 3 блока, сетка S и L, декоративная заглушка для конвейерных труб и грузовых портов. И гада не прошло, ребята. Даже 13 гадов не прошло. Годов, если быть точнее. Центрированные панели брони. Версия со смещенной броневой панелью. Шо? Опять? Вентиляция. Полноразмерный вентиляционный блок с конвейерными портами на 5 из 6 сторон. Ух ты! Прям супер блок. Наверное, трудились целый год его делали. 2 на 2 колеса. Вариант ванильного колеса 2 на 2. С большим и малым размером сетки. Изменение качества жизни. Коннектор малых кораблей. Блок эжектор с малой сетки заменен на малый коннектор, включая функциональность коннектора. Это еще один долгожданный предмет, который мы рады доставить. То есть теперь я камень не могу выкинуть. Потому что коннектор это делает через кнопочку собирать все. Внезапно. Изменение QOL, контроллер турели. Пользовательский контроллер турели имеет востребованную опцию слежения за солнцем. Ура! Так, изменение QOL, блокировка шасси. Заблокированное шасси больше не контролирует сетки, к которым оно прикреплено. Изменение качества жизни, название оружия. Различные оружия с соответствующим названием боеприпасов были изменены для единообразия и простоты поиска через панель поиска. Вы можете найти полный список всего затронутого оружия в журнале изменений. Боевые улучшения. Обновленный боевой гайд. Действия «Забыть цель» и «Копировать цель» удалены. Нахрен добавляли. Новые действия «Фокус на заблокированной цели» заменяет цель копировать. При срабатывании этого действия турели будут отдавать приоритет цели, которая в данный момент полностью заблокирована игроком. Улучшение захвата цели. Турели теперь могут видеть и поражать цели, которые полностью заблокированы игроком пассивно. Пока эта цель находится в пределах максимальной дальности и линии обзора каждой турели. Это означает, что турели теперь будут автоматически поражать заблокированную цель, если она находится в пределах максимальной дальности от турели и прямой видимости, и турели еще не атакуют другую цель. Что? Добавлен индикатор серого свинца, плюс текстовый индикатор в недосягаемости оружия, когда вы находитесь в недосягаемости для выбранного оружия. Спасибо, Кэп. Дальность захвата цели увеличена на 500 метров, всего 2,5 километра. Башни, циклические подсистемы на панели инструментов теперь показывают название текущей выбранной подсистемы. Улучшение пользовательского интерфейса, новое наложение при ручном управлении турелями. Ну, перерисовали.
бесплатное дополнение к контенту DLS. 2 на 2 блоки колес, версия Western Land с новыми колесами 2x2, крышка конвейерной трубы, тяжелая промышленность добавлена. Набор автоматонов. Как и в случае с нашими предыдущими крупными выпусками, мы надеемся, что вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы поддержать дальнейшее развитие инженеров. Я, естественно, ради вас, мои дорогие друзья, воспользовался этой великой возможностью приобрести данную DLS. Этот пакет состоит из двух покрасок и 6 блоков, ребята. При стоимости 140 рублей или $5 США. Из косметических предметов, которые визуально обогащают вашу игру. Ни одна из функций этого пакета не дает преимущества игрокам, купившим этот пакет. Цена пакета... сами понимаете. Продемонстрируйте свою неизменную поддержку, Space Engineer, и ознакомьтесь с пакетом Automation Pack. Это пакет включает в себя контроллер эмоций, 8 предустановленных эмоций ЖК-экрана, просто 8 смайликов. Машины тоже могут быть выразительными. Контроллер эмоций позволяет легко передавать состояние сетки через контроллер событий. Держите свои корабли счастливыми. Седловая кабина, компактная сидельная кабина. Промчитесь по ландшафту в кабине в стиле мотоцикла. Выпускается в версии 3x3x3 и чуть более компактной 3x3x2. Шлем, скин, шлем робота. Новый скин шлема с роботизированным лицом. А простите, за 5 баксов нельзя было скафандр еще пририсовать целый, там этот костюмчик. Так, новый скин брони в пластиковом стиле. Привет, инженеры. Предупреждающие знаки. 13 знаков L-решетки и 13 S-решетки. Не влезай, убьет и т.д. и т.п. Все знаки на все случаи жизни. Коллекцию предупреждающих, которые украсят ваш корабль и предотвратят катастрофу. Так, верхняя камера. Более крупный бронированный рескин традиционного блока камеры. То есть это то же самое. Вид сбоку. Они уже написали, что это рескин. Угловая внутренняя стена. Угловой вариант для внутренней стены используется для создания интересных и детализированных коридоров, туннелей и интерьеров. Вставка светового блока. Внутренняя стена со встроенным светом. Добавьте светильники в тесном коридоре, когда их мало... или когда мало места. Простите, тяжело читать. Блок трубопроводов. Новый декоративный блок трубопровода для дополнительной визуальной привлекательности. Панель доступа. Блок панели управления с люком доступа. Вентилятор вентиляции. Массивный промышленный вентилятор. Вариант воздухоотводчика. Включает полублочные и полноблочные текстуры. Ну просто такие якобы вентиляторы. Программированный блок автомата. Вариант программированного блока в стиле серверной стойки с контролем ЖК-панелей. Прикольно. Блок таймера автомата. Следуя теме программный блок, блок таймера в стиле серверной стойки. Сенсор автомата. Более крупная бронированная обшивка сенсорного блока. То дальше, ребята. Вдохни мир в жизнь. Это только начало, поскольку мы продолжаем исследовать автоматизацию 13 лет. У нас есть несколько очень важных элементов, которые не вошли в это обновление. Нарушая традицию, мы хотели бы поделиться с вами, что будет дальше и что можете ожидать от будущих обновлений. Онлайн 500 человек. Извините. Возможности для совершенствования мы всегда снести... да? Возможности для совершенствования. Мы всегда с нестерпением. Возможности для совершенствования. Мы всегда с нетерпением ждем, как вы можете улучшить существующие системы. И текущая система определения траектории и столкновений дронов и система автомейшн не является исключением. Не все изменения, которые мы хотели включить, могут быть частью этого обновления, поэтому ожидайте улучшений в поиске пути и обнаружения столкновений в будущем. Новый сценарий PvP Combat Evolved
Скоро мы выпустим новый сценарий PvP. Сценарий игрок против игрока. Из оставшихся 500. Это будет особенный сценарий, так как наш подход к его разработке будет совершенно уникальным. Где он? Год. Обновления не было. Вместо того, чтобы выпускать один статичный релиз, мы хотели бы развивать этот сценарий PvP с течением времени, с тем, когда игроков не останется. Использую ваши отзывы, чтобы помочь в тонкой настройке или даже вносить серьезные изменения, также разработать сценарий PvP, обеспечивающий наилучший возможный опыт кланг. Для тех, кто в теме, тот поймет, что это за сценарий PvP будет и как это будет играться. История. Вашей команде удалось заполучить контейнер с зашифрованными данными, в котором может быть ключ к победе в этом бесконечном конфликте. Где-то я это уже слышал. К сожалению, ваш враг оказался изобретательным и приобрел такие же зашифрованные данные у недобросовестного продавца. Теперь гонка началась. Присоединитесь к красной команде или синей команде. Подготовьте свою защиту и убедитесь, что ваш контейнер данных хорошо защищен во время расшифровки. Начните свою атаку и уничтожь контейнер данных врагов, прежде чем им удастся расшифровать его секреты. Тщательно выбирайте между укреплением базы, созданием способностей и прыжком ударной силы. Проникновением на вражескую базу контейнер с данными должен быть уничтожен. Ваши отзывы будут играть ключевую роль в его развитии. И я с нетерпением жду возможности сыграть в этот сценарий вместе с вами или против вас. Я присоединяюсь к серверам и буду играть вместе с другими игроками Space Engineer. И это нам, поэтому этот сценарий PvP так важен для меня. Частью моего первоначального видения Space Engineer это Мэрик Росса, говорит, это главный директор Space Engineer. Было создание игры, в котором игроки создают боевые машины, а затем испытывают их в битвах с другими игроками. Цель состояла в том, чтобы объединить строительство и борьбу, созидание и разрушение. Ничего подобного в таких играх быть не может. Space Engineer имеет динамическую разрушаемую среду с лагами, багами, симспидом, которого вы не услышите ни в какой другой игре. Только вы можете контролировать... Как вы строите свои укрепления и оборону? Только вы можете контролировать, какие наступательные машины вы строите. Количество комбинаций, которые может развивать матч, безгранично. Однако стоимость строительства непропорционально высока по сравнению с разрушением, которое обычно легко и дешево. Важным принципом является то, что бои должны быть основаны на ванильном опыте космических инженеров. Ничего из того, что работает в игре, по умолчанию не должно быть отключено. Например, мы не будем отключать сварку, мы не будем делать неразрушаемые воксели или сетки, мы не будем отключать реактивный ранец. Задача игроков состоит в том, чтобы использовать свои инженерные навыки, чтобы подготовить превосходную оборону и в то же время подготовить сюрпризы для своих врагов. Естественно, я хотел бы найти баланс между созданием и разрушением. Два шага моего плана. Мой первый шаг — создать сбалансированный PvP сценарий, в котором обе команды могут либо атаковать, либо защищаться. У обоих команд должны быть одинаковые цели и инструменты, как у шахматного матча. Мы не можем ожидать, что конкурент будет уделять много времени постройке. Это слишком трудоемко. Первый релиз будет посвящен этому этапу. Второй шаг появляется в более позднем обновлении и позволит игрокам создавать сетки, чертежи, сценарии PvP. Это дает конкурентам возможность проигры и компенсирует стоимость создания. Время, потраченное на постройку и оптимизацию дизайна, можно потратить вне боя в PvP, так и выживание. Затем игроки могут использовать эти оптимизированные дизайны прямо на поле боя по требованию и без замедления игры. В настоящее время мы рассматриваем эти концепции. Идеальным результатом было бы предоставление игрокам возможность создавать свои чертежи в этом или будущем сценарии, в котором мы видим огромный потенциал в возможности проектировать и строить свои корабли в творческом режиме. И на досуге, без стресса и временных ограничений боя, вы можете усовершенствовать дизайн и подвергнуть его испытанию огнем в этом развивающемся сценарии PvP. Геймплей не должен заканчиваться одним матчем, мы должны выходить за его пределы. Практически сразу после окончания матча, независимо от того, выиграла ваша команда или проиграла, вы должны начать думать об улучшении своей стратегии и подготовке к следующему матчу, где вы будете экспериментировать с различными защитами и нападениями.
Это, естественно, приводит к циклу метагонки вооружений и должно обеспечить большую возможность повторного прохождения. Как это вижу я? Я построил кубик, он построил кубик с турелями, я построил кубик с турелями. Поваевали, улучшили. Обработать до формы Рэндалла. Так, часто задаваемые вопросы, оно же fuck you. Возможно ли ожидать больше изменений механики и качества жизни, а не только косметики? Да, мы слышим вас. У нас есть большие изменения, обновления и дополнения, запланированные на 23-й год и далее. По 22-му году я заметил. Как оставить отзыв? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы знаете, как оставить отзыв. Можем ли мы ожидать каких-либо специальных акций? Мы ищем новые способы. Ищем. Планируете ли вы расширять обновление автоматона, позже добавлять новые блоки ИИ? У нас есть идеи для большего, и мы их изучаем. Мой дрон не делает то, что я хочу. Почему он перестал работать? Блоки ИИ New Grid сложны в настройке. Иногда и сложно отладить и понять, что происходит, а что нет. Проверка консоли блока всегда является отличным первым шагом к пониманию поведения блока ИИ. Узнайте о новых блоках ИИ. Космические инженеры доступны для предзаказа на PlayStation. Мы хотим подоить всех коров. Пожалуйста, приобретите Space Engineer PlayStation на 23-м году. Так, найм. Ну, найм, понятно. Нам требуется. Нам требуются 3 команды для мультиплеера. Итого, мое обновление заняло 22 минуты. Может быть, подрежу какие икания, либо еще что-нибудь. Ну что ж, мои дорогие друзья. В принципе, это все, что посвящается данному обновлению. Что ж, всем вам огромнейший лайк за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, будет еще много всего интересного. Заходите на мои стримы, пожалуйста. Поддерживайте, кому не жалко. God bless you, ребята. Пусть вам все это вернется с троицей. Только благодаря вам я еще пока что не ослеп и что-то вижу. Спасибо вам за это от всей моей души. Ну что ж, и на этой веселой ноте мы идем познавать плюсы и минусы данного обновления, которое я приобрел для вас, для того, чтобы вам показать. Хотя зарекся на прошлом обновлении, что больше так поступать не буду. Но все-таки я освещаю Space Engineers для вас, поэтому приобретем и посмотрим. Что ж, всем вам огромнейший лайк, всем до новых встреч, всем приятной игры, всем пока-пока.